Здравствуйте, дорогие мои друзья. Знаете, вот бывает, я знаю, многие из вас тоже, что куда вы ни сунетесь, везде колдовство, везде черное колдовство просто начинает клубиться, кружиться. Куда ни поедете, куда ни пойдете, а они тут как тут. Да, друзья мои, меня тоже это бывало преследует с детства. И на самом деле я благодарен этим колдунам, потому что погубить они меня не сумели, но зато заставили быть все время в форме, заставили быть все время на острие ножа. То есть, если хочешь выжить, если хочешь, чтобы тебя волна этого колдовства не переработала, не переварила, то значит крутись как хочешь. Там, придумывай, медитируй, работай, выискивай методы. Да, друзья мои, вот и многие из вас, я знаю, страдают вот таким, что вокруг них все время они думают, да что ж такое, откуда, откуда вот это здесь, да, куда они это, переедут в другой поселок, там оказываются ведьмы, переедут там на какой-нибудь на работе, и там начинают колдовать. Да, друзья мои, вот и кажется, ну, сначала вы думаете, нет, ну я, наверное, сошел с ума, это просто там шизофрения какая-то, ну откуда, может, я себе надумываю. Но когда многократные воздействия на вас происходят, и они вас не губят, вы понимаете, ага, значит, колдовство существует. Все нам, как говорится, врали, вешали лапшу на уши, что все это ерунда, что ничего нету. Нет, друзья мои, все есть, и все очень круто замешано. Ну, друзья мои, вы знаете, я нахожусь, так сказать, в движении, в путешествии как раз в таких неких черных колдовских местах. И проехав, ну, достаточно много, несколько тысяч километров, сейчас тут приехал в одно замечательное место, совершенно не ожидал, друзья мои. Вот если по пути это были места, я останавливался там и работал, я знал такие эти места, мне люди писали, и достаточно успешно, то здесь вообще я не ожидал. Думаю, вообще, ну, тут приютила меня и моих собачек одна замечательная женщина. И с утра встаю, ну, в 5 утра. 5 утра, великолепно. Медитирую на, так сказать, на море. Великолепный вид, прямо медитирую, погружаюсь вот это вот. Из окна, друзья мои, отличную практику. Хотя приехал, ну, чуть не в час, да, поздновато, но такая энергетика, да, что хорошо, думаю, с утра встану, поработаю, очищу пространство, очищу себя, открытое окошко, да, там, ну, этаж не первый, а далеко вверх, слушаю под окном женский голос, а я люблю колдовать на кладбище, она мне говорит, а чего ты колдуешь, а я люблю там спокойно, да, я все время прихожу туда и колдую. Я там, друзья, у меня глаза, думаю, ни хрена ж себе, припарочка после бани, в 5 утра голос, да, такой вот. Ну, это не ко мне обращается, она с кем-то разговаривает. Я, так сказать, парень-то любопытный, выглянул, смотрю, что такое там. Да, там тетенька, ну, не качеля, а какая-то спортплощадка, сидит тетенька и с другой тетенькой, значит, две колдушки разговаривают. И та ей тоже что-то такое про колдовство там, а я там, ну, они тихо говорят, но как бы звук распространяется, не то, что они там на весь двор орут, нет, но вот я слышу. И я, конечно, уши навострил, думаю, ни хрена ж себе, тут гнездо такое змеиное. И вот они там рассказывают, кому, что она там кого-то прикопала. Думаю, опа, ну вот, под тебя мистяра завело за это, как его. Ну, я первый шок прошел, и, конечно, я этих тетенек сразу, как говорится, ну, не стал нахлобучивать, а стал это делать энергодыхание. Сначала себя, потом пространство свое, а потом вот это вот весь это. И как я вдул как следует, смотрю, тетки-то закряхтели, закашляли, начали головами крутить. Я еще больше врубил, значит, это на все это. Чувства у них зады загорелись, ну, фигурально говоря, друзья мои. И очень быстро они там в разные стороны. То есть, ну, думаю, да. Ну, еще вот это пространство почистил, поработал с ним, там, закодировал, чтобы для этих колдуней там места нету. А действительно, место, друзья мои, хорошее, благостное. А вот заведутся вот, такие крысята. Да, вот, и они там жрут людей, потому что я потом выходил там потом уже утром с собаками гулял, еще что-то такое, и смотрю, и много вот люди живут там, люди больные,
да, вот что-то такое. Место отличное, да, а вот люди вокруг. То кривой, то косой, мужчины, женщины, да, там, животные тоже такие потертые, там какие-то кошечки, собачки ходят. Место хорошее, а чернухи завелись. И вот, и настолько они себя вольготно себя чувствуют там, что прямо, знаете, вот буквально хвастаются своими достижениями по, вот, во дворе. Представляете, вот, вот до чего дошел прогресс вот этот ведьминский. То есть они просто даже вот не стесняются этого, сидят и об этом трепятся. Ну, друзья мои, посмотрим, посмотрим, каково. Вот эту историю я вам рассказал. Ну, историю у меня набралось уже за поездку, так сказать, целый этот... Целая библиотека уж. Не знаю, сумею я рассказать или нет, но, в общем-то, все продолжается. И вот не ожидал. Вот от этого места, друзья мои, абсолютно не ожидал. Ну, посмотрим, чем дело закончится. Потому что, наверное, они не оставят без ответа. И старику мистику тоже будут сейчас это, вычухивать. Кто это тут их начал им эти хвост, на хвост соль сыпать. Кстати, про соль так вам, друзья, не рассказал, но надо отдельно. Все, дорогие мои, пока, счастливо.